Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую, забавную сказочную историю. Сказка, которую мы прочитаем, называется «Песенка для карнавала». Задумали звери карнавал устроить, веселый с музыкой, с танцами и с песнями. «А что, если мы свою песенку сочиним для карнавала?» – предложил тигренок-полосатик слоненку Лусу. «Это было бы замечательно», – ответил слоненок. «Ну, как это сделать?» «Я сочиню музыку, а ты напишешь стихи. Вот и получится песенка», – сказал полосатик. «Попробуем?» «Попробуем», – согласился Лус. Сел тигренок за пианино и начал по клавишам лапой стучать и напевать громко «До-ре-ми, до-ре-ми, до-ре-ми, соль». Через полчаса он позвал слоненка Луса. «Послушай, какая у меня прекрасная мелодия получилась! Сейчас я тебе ее по нотам спою». И полосатик запел «До-ре-ми, до-ре-ми, до-ре-ми, фа-соль». «До-ре-ми, до-ре-ми, соль, фа-ви-ре-до». Слоненок слушал-слушал, стучал-стучал-стучал-стучал в такт музыке лапой и раскачивал своим хоботком. «Ну как?» – спросил полосатик, взяв последнюю ноту. «Превосходно! Мне очень нравится!» – похвалил слоненок Лус. «А ты запомнил мелодию?» «Мне в детстве никто из родственников на ухо не наступал», – обиделся слоненок. «Что ж, тогда попробуй сочинить текст на эту музыку». «Я еще ни разу в жизни этого не делал», – простодушно признался слоненок. «Не волнуйся, все будет в порядке», – успокоил полосатик. И слоненок Лус пошел домой, напевая по дороге запомнившуюся мелодию. «До-ре-ми, до-ре-ми, до-ре-ми, фа-соль». Он не спал почти всю ночь, мучился, подбирая рифмы. К утру текст песни был готов. Слоненок Лус напечатал его на пишущей машинке и понес полосатику. Полосатик поставил листок с текстом на пианино, и они вместе со слоненком весело запели. «Нам беда, не беда, если есть друзья, никогда, да-да-да, ссориться нельзя». Тигренок потрепал Луса за ушком и сказал: «Это то, что надо, для начинающего неплохо». Во время карнавала на концертную эстраду вышел конферансье и объявил: «А сейчас вы услышите песенку, написанную специально для нашего карнавала. Музыка тигренка-полосатика, слова слоненка Луса исполняют авторы». И все звери дружно стали подпевать слоненку Лусу и тигренку Полосатику, а потом аплодировали целых 3 часа по местному звериному времени. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас садитесь поудобнее, время смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока!